У вас есть все, что нужно, чтобы решить эту загадку. Вперед! Да блин, ты задолбал! Через другой можешь сказать, а? Можешь без загадок. Давайте заплачу. У меня 131 монета, может, ты меня как-то пропустишь вперед? Короче, фиг с ним, с этим усачом. Пойдем посмотрим, куда нас выведет труба. Загадочная трубень канализации. Пойдем! Секретная зона! Ты смотри, помнишь, мы про балкончик с тобой говорили, что там принцесска, скорее всего, сидит и ждет меня. Так вот, это я, та самая принцесса, которую жду спасения. Что у нас здесь в сундуке? Меч урон плюс 2. Смотри-ка, ты видишь? Ты видишь, что там синие доски сверху? Туда надо как-то пробраться. Только как? Можно тут как-нибудь выломать что-нибудь и прыгнуть отсюда? Блин, я хочу туда. Синие доски, там явно что-то скрыто. Вот он, этот столбик с синими досками. Нам нужно туда как-то запрыгнуть. Я думаю, что нам, в принципе, можно попробовать вот отсюда. Оп. Не, далековато будет, не получится. А что, если мы попробуем с кактуса прыгнуть? О, получилось, смотри-ка. Колдуем сюда кубик. И, в принципе, по идее, должно получиться. Да, сработало! Кастуем кубик. Есть, попали. Еще один секретный сундучок. Что у тебя? Радиус обрушения плюс 50. Ништяк для моих ботиночек как раз. А как нам отсюда теперь выбраться? Колдуем кубик. В принципе, все. А вон там что? Здесь ничего. Усач, я вернулся играть в твои страшные игрища. Ломаем доски. Здесь у нас есть возможность скатить шарик или кубик, чтобы он попал вот сюда. И потом что? Потом странный какой-то механизм, очень странный. Значит, супербол, пожалуйста, мне можно? Есть. Берем, пуляем, ждем момента. Вот так. Блин, нет, неподходящий момент был. А, до меня дошло, но тут же фиолетовая подсказка есть. Ну что ж я такой тормозючный. Кубик есть? Ну вот, теперь все прокатит. Давай, катись, колобочек. Катится аккуратненько, главное не скатись с доски. Молодец, желтенький шарамба. И падай сюда. Ю-у, дверки открылись. Что это за место? Все больше загадок и больше головоломок. Здесь тупик. Здесь ничего нету. Скучно. Идем сюда. Это мы в том месте, где лежал ключ. Смотри, вот там вот лежал ключ, а мы оказались за решеткой. Вот он, этот рычаг. Тайный блок, который открыл нам проход. Да ну нафиг! Можно я обратно пойду? Капец. Во имя сапога! Вот так вот, вот. Обрушиваюсь на вас, как Халк. Йо. Здесь, по всей видимости, мы ничего не можем сделать. Нужно здесь полазить. Там есть возможность вроде бы запрыгнуть на второй этаж. Да, вон, есть. Как нам это бы сделать? Значит, встаем на лампочку. Кастуем здесь кирпич. Есть, сработало. А тут чего? Еще один потайник, серьезно? Подожди, а куда он ведет? А, это мы здесь покемона, мастера покемона встретили. Вон там он лежит. Че в сундуке? В сундуке у нас пушка, урон вторичной атаки, x2. Шикарно. Ну что ж, вроде бы здесь все загадки решили. Продолжаем наш путь. Так, рычажок. Че ты делаешь? Рычаг. Кажется, он... Смотри-ка, он открыл вон ту трубу. Нам нужно ее открыть по-любому, чтобы потом встать на левитационную панель и пульнуть сюда фаербол. Еееее, сработало. Все выше и выше и выше. Здесь нет никаких тайников. По трубе мы можем пробежаться вон туда, но мы туда не поднимемся. Бежим сюда. Серьезно? Мне все равно придется в эту трубу запрыгнуть. Ну ладно, чё. Чё не сделаешь ради экстрима? Уиу! А, нет, я не в ту трубу попал. И где это я? Это какой-то склад. Красильная машина.
Опять ты? Усач, как ты меня достал? Ты меня начинаешь напрягать. Монеточки сейчас соберем. Хитроумным способом. Хо. Ты опять мне скажешь то же самое или что-нибудь новое? У вас есть все, что нужно, чтобы решить эту загадку? Как же ты достал меня! Испепелить тебя! О! Красная дискетка нужна. А где нам ее достать? Здесь есть красная дискетка? Вон, вижу! Смотри, сколько там дискеток! Сейчас заберем одну. И покрасить в красный цвет. А где мы можем достать красный цвет? Наверняка здесь в коробках где-то что-то есть красное. Красное есть? А, подожди! Мои фаерболы! Они же красные! Точно! Кидаем сюда. А куда можно... Куда можно... А, вон туда надо попасть. Так. Красим. У-у-у, как все просто оказалось. Ну, это слишком просто для нас с тобой. Это даже не головоломка, это так. Для детсада. Видал, да? Дискета уже есть красная. Ух ты, кнопочка. Сундук. Ладно, попробуем запрыгнуть вон туда. Ставим здесь кубик. Тихо, кубик. Кубик неустойчив тут. Очень неустойчив, и упал я вместе. Да. Но там же по-любому... Нет, там вроде никакого тайника не было. Что мы здесь имеем, кроме золотого сундука? О-о-о! Что это? Это шляпа, что ли? Что это за штука такая? Это бэтменская бляшка. Позволяет парить возле металлических объектов. Серьезно? Реально бэт-штука какая-то. О-о-о! Позволяет парить рядом с металлическими поверхностями и притягивает легкие металлические предметы. Ништяк! Я теперь летать умею! Смотри-ка, мы видим вот эту Нафига себе, я даже ничего не делал, я никаких кнопок не нажал, она просто примагнитилась. Отпусти ее. Слава богу. Оу, я как Спайдермен, смотри. Нифига себе. Вот это круто. Спайдермен, Спайдермен отдыхает в стороне. Блин, ну это, конечно, вообще кошерно. Лазить везде, где захочешь. Ну, по крайней мере, где есть металлические вот такие всякие штуки. Да. Тайника здесь нет никакого, мы с тобой убедились. А кнопочка, кстати, вон та зачем? Очень любопытно, что она делает. Блин, я себя чувствую, знаешь, Магнита из Людей Икс. Кнопку нажимаем, а ничего не происходит. Странно. Ладненько, походу у нас выбора нет. Ползем сюда. Ай-яй-яй, металлическая пластина, отстанет меня. Так. Сундук. У-у-у, прям под землей. Монетки? Нет, урон для меча, плюс 2. О, задача обновилась. Идите к королю Синевела. Подожди, подожди, подожди. То есть, получается, я искал вот этот предмет, а вот это синий кристалл, я даже на него внимания не обратил. Мы дошли до синего кристалла, ё-моё! До меня... Чё ж до меня так все сегодня доходит-то поздно, а? Капец, капецкий. Ю-ю-ю, включаем нашу бляшечку и поднимаемся... Давай-давай, поднимаемся наверх. Так. И теперь по трубам я спокойненько могу ползать. Поднимаемся наверх. У, я на крыше. Как же кайфово, когда у тебя появляется возможность летать, левитировать. Ты чувствуешь себя сразу приподнято так, ну, словно бог какой-то, я не знаю. Давай вон туда, вон, попробуем. Там вон явно есть возможность найти какой-то тайник. Прям вот трубы туда и зовут. Что же у нас здесь? Кристалл, конечно, опупеть какой здоровенный. Тайнички есть? Тайнички. Ну не зря же сюда труба меня вела. Кстати, я ж тебе бляшку-то не показал. Вон она светится, смотри. На мне висит. Хо. А вот, кажется, и тайничок. Пушка, урон плюс 1. О, великий кристалл, спасибо тебе и прощай. А мы идем. Смотри, мне кажется, что мы там можем пробраться. Давай попробуем. Прыгаем сюда. И бежим вот так вдоль стенки. Че, неужели все? Ну да, здесь придется падать вниз. О, сундук. Радиус обрушения плюс 50. О, так, куда же эта труба нас теперь приведет? Залазим на крышу этого ангарчика. Вот так. Хочу еще выше. При помощи кирпича залазим. Ну что, пришло время отсюда валить. Прыгаем, летим. Активируем нашу бляшку. И теперь... Ой-ой-ой! Вас здесь не было, откуда вы взялись здесь? Капец.
Один готов. Нифига себе, их тут три. Их три. Вулканические твари. У него щит. Неужели вы научились пользоваться щитами? Вот так, размочил его своими крутыми кроссовками. Надеюсь, эта труба доставит меня куда нужно. А нужно мне... А, нет, мне надо воспользоваться вот этой трубой. Но я хочу воспользоваться и вот этой. Давай поднимемся наверх, посмотрим, нет ли там тайничков. Ха-ха-ха, как знал, что здесь есть. Прямо наверху трубы спрятали. Тихие ботинки. Серьезно? Меня теперь никто не слышит? Теперь ваши ножки настолько мягкие, что враги не услышат ваших шагов. Офигенно. Столько всякого классного в этой серии я нашел. Просто чума. Кстати, помнишь вот эту вот дверцу, где нас ждала куча скелетов и есть три могилки? Но здесь нет никакого прохода и ничего вообще. Тогда я думал. Но теперь я понял. Помнишь, мы в прошлый раз прыгали по барьерам этих могилок? Так давай сейчас то же самое сделаем. Мне кажется, что мы должны попасть вон туда. Вон, видишь, там какой-то каменный домик стоит. Сейчас мы туда запрыгнем. Прыгаем. Вначале по куполам вот так вот. А теперь используем ботиночки. И... Есть! Мы попали сюда! Ха-ха! Что у нас в домике? Монеточки и сундук. Меч, шанс крита, урона плюс 5. Заберем. Ну что, теперь-то мы знаем, как туда попасть. Наша бляшечка сейчас поднимет нас наверх, и мы активируем прыг-панель, которая отправит нас домой. Опа! Активируем прыг-панель. Да, вон она активировалась. Она нас отправит домой. Но это не все. Нам нужно еще активировать одну панельку. Так, какая панелька? Вот, вот эта панелька. Летим сюда. Нам нужно подняться вот на вот этот вот кран. Эх, не зацепился. Там тоже наверху что-то было. Забираемся наверх. Кнопочка, которая приведет нас еще куда-то. Ух, как высоко. Я бог этого мира. Братиш, ребенок, где ребенок, который бог? Не обижайся, если чё. Ну его, в принципе, пока не видно, так что я замещаю его. Ха-ха. Куда же эта прыг-панель нас отправит? Прыгаем. Виу! Нифига себе. Нифига себе, куда я лечу. О, кости какие. Подожди. А, ну все. Я вернулся в ту локацию, в которую мне нужно было. С которой все и началось. В этой локации мы нашли МакГаффин, а вон там он вулканическая тварь. Туда мы не пойдем. Нам нужно открыть проход. Чтобы его открыть, нам нужны были ботиночки тогда. Сейчас мы это исправим. Вот так-то. Бульк. Ну что, пойдем домой? Папка, я вернулся. Я дома. Здравствуйте, мордасти. Вы все здесь стоите, да? Папан, привет. Я вернулся. Смотри, у меня бляшка новая крутая. Идите в синий виль и поговорите с их королем. Окей. Но прежде мы должны здесь решить еще пару головоломок. У нас в деревне есть вот такие стальные прутья. В комментариях мне писали, что их можно расплавить нашим лазером. Но мне кажется, что лазер у нас еще не сильно мощный. И оно как бы не плавится. Надо больше лазер подкачать. Тогда пойдем вот сюда. Запрыгнем вот на эту трубу. И поднимемся наверх. Посмотрим, что же там спрятано. Сундук! Я так и знал, что здесь спрятан сундук. Открываем. Здесь есть ступенечки. Ступенечки нас привели. Знакомое место, кстати. Ха. Ну да. Здесь мы тоже были. Помнишь, по-моему, в первой или второй серии я здесь сгорел, когда ставил куб. Вот таким макаром. Жизнь мы забираем. Я видел, что там вон... Вон там сундук еще один есть. Смотри. А как до него добраться? Есть! Взобрался! Достали этот сундучок. Что же в нем? Максимум монет, 1,5. Что, вроде бы здесь все тайнички, которые... О, подожди, розетка. Розетка. Сейчас мы ее пульнем. Югу, еще один сундучок. Капец здесь загадок. Регенерация здоровья плюс 5. Офигенно. Ну что, вроде бы все. За исключением того, что я не принес сюда листвы. Но теперь-то я знаю, что нужно постучать по дереву. Вот так. Листва туда упала. И по идее,
Надо водички еще принести. Где губка? Губка, где же ты? Вот, берем губку. Губку намочили. Вкидываем ее сюда. Кидаем туда листвы. И, в принципе, должно получиться. Зеленая жижа. Выпиваем. Ху, ты видел? Здоровье плюс 10. Ням-ням, максимальное здоровье увеличено на 10. Не пытайтесь повторить, работает только один раз. Спасибо вам за эту подсказку, фермер. Вы очень любезны. Ты выглядишь поздоровевшим. Я тоже так себя чувствую. Ну что, сюда... О, я теперь сюда могу войти? У меня же 80 звездочек. Открываем. Ха, круто! Урон обрушения плюс 33%. Вроде бы здесь все. За исключением одного. Я не нашел последнюю бочку, и мне не хватает лазера, чтобы расплавить вот эти вот металлические перегородки. И вроде бы все. Все загадки в моей деревне я решил. Но есть еще одна, которую мы с тобой с самого начала так и не решили. Вот это вот. Вот с этой розеткой. Мы пробуем пульнуть туда. Понял, понял, как это работает. Встаем сюда, на прыг-панель. Пуляем туда. И... Югу, сундук еще один. Что в нем? Максимальное здоровье плюс 5. Теперь-то точно все. В этой локации мы собрали абсолютно все. Нет, еще монеточки не собрал. Сейчас мы их соберем. Вот теперь-то все. Зачистка этой локации произведена полностью. А помнишь чувака, который говорил, что если мы разобьем все могилки на его территории, он включит какую-то прыг-панель? Так вот, теперь у нас есть возможность разбить все могилки. При помощи нашей бляшки поднимаемся вот здесь вот наверх. Это третья зона, там вон врата Синвиля. Запрыгиваем сюда. Опа. Теперь у нас есть возможность взять вон тот сундук и допрыгать вон до той последней могилки, чтобы ее разрушить. Вот она, наша могилочка. Наконец-то мы ее сломаем. Все. Идем к нашему дружелюбному соседу и говорим, что мы все сломали. Я включу эту штуку, если ты уничтожишь все деревянные надгробия в этой области, блин. Че, неужели я не все разрушил? Ладно, давай тогда заберем хотя бы сундук. Опа! Меч урон плюс 2. Ты уничтожил все надгробия, спасибо, сейчас включу эту штуку. Благодарю вас, миссия. Наконец-то. Пойдем посмотрим, куда нас отправить эти панелищи. Я-то думал, она нас просто пульнула обратно. Ладно, тогда идем к маме. Мам, я нашел эту штуку. Милый, это чудесный синий сюжетно важный предмет. А теперь, пожалуйста, найди еще один возле фиолетового кристалла и возвращайся. Ну блин, мам, я столько искал эту бляшку. Ладно, пойдем ставим луну. Так, итак. Осталось еще три штуки найти. А фиолетовый кристалл у нас находится вот здесь. И чтобы туда попасть, нам нужна была бляшка. По отверточке мы можем туда теперь перебраться. Но что там, за этими воротами? Ты узнаешь в следующей серии. Если понравилось, то не забывай ставить лайкос, а также писать свой крутой комментос. И подписываться на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видео. А на этом я с тобой прощаюсь. Увидимся в новом видео. Пока-пока.